Всем привет, друзья! Продолжаем сегодня проходить Resident Evil 2 на уровне сложности Hardcore. Значит, на данном этапе теперь нам надо найти, как я помню, еще одну деталь. Тут какое-то время я не играл. Нам нужно найти, значит, вторую деталь устройства для электрощитка. И как в конце предыдущего видео я сказал, что сейчас мы направляемся... Ну, как сказать, направляемся. В ближайшее время, я уж точно не помню, но мы должны встретиться с Тираном, поэтому давайте продолжим играть. Сейчас, значит, мы пойдем. Слушайте, я уже и забыл, куда нам идти надо. А, вот, на третий этаж. И здесь вот лестница. Как по сюжету прохождения на нормальном режиме, я помню, что... Леоном я спускался по лестнице, да, там надо будет тушить вертолет. Вот. А деталь устройства для электрощитка, как я помню, находится в колокольне, что ли. Там мы его и найдем. Так, слушайте, ошибся, не в ту дверь пошел. Так, может сюда. Да-да-да, вот сюда нам и надо. Так, давайте возьмем синюю траву. Не, давайте мы не будем брать. Забыл я, значит, ленту выложить. Так, ну что ж, здесь патроны. Патроны в данной игре. На данной сложности. Да и не только на данной сложности, они вообще необходимы. Так. Вот они. Иди сюда. Ох. Вот и все. Нет. Нет, не все. Они напали вдвоем, но смотрите, да? Мы выжили. Да, не ожидал я появления. Появление вот этого сукиного сына тут там. Ну давай же. Да что ж ты будешь делать? Давай, 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 сука. Пять, шесть. И вот он только упал. Но, честно говоря, я думаю, он сейчас опять поднимется. Позвольте я еще один патрончик. О, поднялся. Поднялся, сукин сын. Поднялся, вон, трава. Давай, давай, давай. Вот так. Тебе в ноздрю прямо. Вот еще один. Зря я перезаряжаю. Да чтоб тебя... Ну, я надеюсь, теперь он больше не поднимется. Да? Это точно не поднимется? Пол башки снесло-то. Так, ну что ж, у нас здесь есть где-нибудь патроны. Ну, как я понял, на хардкоре, играя за Клэр, не будет то же самое, как играя... Ну, я имею хардкор компании А за Клэр. Не будет так же, как у на компании за Леона, компания А. Что лестница? Лестница в компании А за Леона, она ломалась здесь в данном случае. Вот эта вот лестница, к которой мы спускались. Судя по всему, она ломаться не будет. Она не ломалась в компании Б на нормальной сложности за Клэр. Ну так даже и лучше. Что ж. Посмотрим, посмотрим, все ли мы взяли. Что я начинаю запутываться в этом всем. Вот оно. Ну, все, взяли. Ну вот. Вот и наступил тот момент. Друг.
Объединим, да. Вот и появляется наш друг. Гули, 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 гули. Вот тебе, блядь, разочек. А что вообще делать? Ага. Да ну нахрен. Давай, давай, давай. Пошли, пошли. Так. Вот, вот интересно, на хардкоре он будет заходить в данную комнату. Если он будет в данную комнату заходить, то все плохо. Так, ну что ж теперь, давайте я это нажму хранить. И вот, знаете, вот давайте вот это тоже уберем. И куда он делся? Очень бы не хотелось бы, чтобы он появился, в общем, опять там внизу где-нибудь. Ой-ой-ой. Нет, не сюда. Путаемся. Давай, давай. Так. На самом деле, очень напряженно. Я не могу сказать, что испытываешь в игре прямо каждую секунду стресс, но игра, она сама по себе очень напряженная. О, идет. Отлично, теперь мы знаем, где он идет. Вопрос в другом, куда нам идти? О, помните, я говорил, что зайдем сюда. И вот я думаю. Честно говоря, я вообще думаю, что мне делать-то. Да, вот он. Он позволил нам пройти здесь проход. Теперь мы прошли, да? Что ж теперь-то делать? Я уже не помню. У нас есть ключ, кстати, да? Вот сюда вот. Вот он, ключ. Здесь есть этот. Вот здесь я не помню, что... Слушайте, я только сейчас понимаю, что я не знаю, куда идти. Часовая башня, это третий этаж. Слушайте, а нам... Я... Вот сюда надо? А, не-не-не, она закрыта. Нам вот сюда надо. Поднимаемся, здесь мы упадем. А, нам надо найти... Слушайте, а если не ошибаюсь, у нас есть одна еще пленка, может быть, она даст это. Да, давайте пойдем. Тогда мы пойдем через это, сюда, в холл, в западный офис, и вот сюда. Но вопрос, будут ли здесь лизуны, были ли лизуны до этого? Отлично, я даже не помню, какие ключи у меня остались, но ладно. Давайте вот это главное взять. Так, идем. Отлично. Вы знаете, я бы сохранился, но у меня еще есть трава. Есть трава. Немало. Ну, я имею в виду вот об этом. Разочек можно вылечиться. Есть эта гранатка светошумовая, поэтому... Давайте продолжим свой путь без лечения. Здесь, о, господи, жиртрез лежит. Так, вот здесь вот. Да, здесь у нас проблемка. А что мы можем сделать? А ничего.
Можно попробовать тупо пробежать. Вот. Вот сейчас вот он выйдет оттуда и все, и game over. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Он меня даже не видит. На, держи. Ух. Ну, вы знаете, здесь было два, кажется, в прошлой игре, я помню, здесь два беглых сюда. Ну, ничего, ничего, мы дошли. Одного убив. Просто я до этого их не убивал, просто пробегал. Но так как сложность высокая и... И у нас здесь еще не раз мы будем пробегать, а жизни снимается очень много, я решил, что лучше бы нам убить его. Ага, вот эта деталь. Ключ, значит, у нас есть. Червовый. Бубен. Или бубей. Пиковый. То есть у нас только не будет ключа, это крестового. Ну что ж, тогда давайте попробуем сходить за компьютер. И давайте попробуем взять, посмотреть пленку, да? Я некоторые секреты, как я вам говорил, я уже знаю, но чтобы показать, может быть, кто это смотрит, да, где, чего и как, я поэтому использую. Вот этот шкафчик на третьем этаже, DCM, соответственно, мы сейчас как раз и пойдем на этот третий этаж. Третий этаж? Нет, не пойдем, но на второй этаж. Забегаем, душевая. Вот не помню, будут ли здесь эти лизуны. Ну ничего, ничего, мы на второй зайдем. Вопрос только в другом. Сейчас. Ой, ой, здорово. Вот, вот в нем вопрос. Давай, иди, друг. Иди куда надо, только не наверх. Не, ну не... Да-да-да-да-да, я появился здесь, чтобы посмотреть, как ты уйдешь. Давай вот, я не стою здесь, она сама открывается. Давай влево, 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 друг. Ну что ж, погнали. Погнали. Вот. Куда, куда, куда идти? Просто бежим. Я даже не знаю. Некоторые, может, трупы вообще поднимутся. Не все помню. А тем более сложность другая уже. Так. Объединяем. Ну вот он, кабинет Старс. Так. Трава. Если я сейчас возьму траву, то я не возьму тот секрет. О, отлично, мы потихонечку обзаводимся патронами. А сейчас я еще и автомат возьму. Так, давайте-ка мы сейчас сделаем ключ, изучить. Ай, что-то не то. Так, изучить. Давайте, так. Ну, отлично, так. Погнали. Что ж, вот он автомат. Записочку прочитать. Письмо членам Старс. Классным ребятам из Старс. Ну как вы там в старом сыром участке? Еще не прогнулись под старину Айронса? Как у меня дела?
Я только со свиданки с горячей цыпой. Думаю, не стоит объяснять, чем мы там занимались под ее громадным зонтиком. Европа – отличное место. Одного месяца не хватит даже и на сотую ее часть. Может быть, я продлю отпуск еще на полгода? Барри, даже не думай о том, чтобы приехать ко мне. Ты же не хочешь, чтобы дамочки плакали, да? Так что оставь их мне. Джилл, если будешь общаться с Клэр, скажи ей, что все отлично. Крис Редфилд. 29 августа. Но мы уже в курсе, что он уехал в Европу. Это не похоже на Криса? Возможно, и не похоже. Может быть, как-то это раскрывается в следующих частях. Может быть, Capcom, если будет пересдавать что-то, мы что-нибудь узнаем нового, но... Во всяком случае, пока это так. Крис в Европе, а мы в жопе. Так, ну что ж, здесь, как я помню, наверное, только трава осталась. Трава, ну и вот, соответственно, жетон. Прачечная. Прачечная, я не помню, какой ключ открывает. Слушайте, предлагаю даже потом бежать вот здесь. Не приведет ли это к моей погибели? Да, только бежать, конечно, будет тяжело. То есть, мы-то можем зайти в прачечную, но сами понимаете, что там что-то будет. А у меня места нет. Даже на место нет на... Я пойду сюда, и будь что будет. Потому что надо выложиться все. Все это потихонечку. Мать! Моя женщина, господи, боже мой. Как я понял, теперь у меня просто нет выбора. Теперь просто надо бежать туда. Так. Ого! Он бежит. Вот это все. Просто быстренько. Быстренько. Вот это плохо. И сейчас этот эпизод сзади. Ой, блин, все. Да, вот так вот неудачное начало. Что ж, продолжить? Все заново. Печально, конечно. Может быть, все-таки стоит в следующий раз сохраниться. Ну, тогда не будем тянуть время. Я вот что подумал, может быть, все-таки... Так как это, временно положить на хранение этот пистолет и ленты, соответственно, убрать. И уже пробовать. Все, а этот тиран, он быстрый. Очень быстрый. Кстати, посмотреть, ну-ка... Ну. Вот чё я переживал, что этот лизун, он появится, блять, черт бы его побрал, что её длинный язык ему бы да засунуть куда-нибудь. Трава. Не, возьму, потому что успеем еще выкинуть ее. Давай быстренько. Да, сложновато, конечно, так-то. Я вот что подумал, если здесь вот попробовать просто пробежать, что ли. Я даже вот так сделаю. Давай, давай, давай. Придется столько патронов тратить на нее. Во! Безголовая точно она не станет. Успели? Должен? Успел. Так, а здесь что-нибудь есть у нас? А, вы знаете, там две травы, там нельзя мимо проходить. Там нормальные две травы. Зеленые, ну. Раз, глаз.
Есть. О, еще это попал. Ниже не берет. Вот так. Ну во. Неужели еще встает? Встает. Да что ж такое? Просто нет патронов. Я вот думаю, как бы нам... А, я здесь не был. Или бы был. Как бы нам сделать так, чтобы патроны были в целости? Это только начало, а уже и нету ничего. Зато теперь травы есть. А, зачем я иду? Забыл. Зато травы есть. Сейчас он поднимается. Ладно, давайте по старой схеме. Или попробуем? Давай. Не получится. Вот, кстати, вот это вот не так страшно. А он даже жизни не снимает. Честно говоря, мне непонятен. Ну, если... То есть я думал, что если с ним встречусь на хардкоре, то это что-то будет из ряда вон выходящее. А нет, смотрите. Мне всего лишь сейчас надо только одно. Чтобы вот эта высокая штука ходячая, она просто пошла вниз и все. И мы тогда выбежим. И... Вот так. Ну что ж, надо теперь следить, наверное. Ой. Вот это нам и надо. Погнали. Он идет вверх. Главное теперь не перепутать дверь. А эта дверь, наверное... Скажи, что она вот эта вот. Опять перепутал. Давай. Так. И он идет. Он сейчас вообще спрыгнет просто, да? Вот он просто бежит. Он видит все, куда я иду, зачем я иду. Не останавливается. В прошлый раз он там бежал. Сейчас решил не бежать. Так. Так, смотрим карту. Патроны еще здесь есть, и это. Просто потому, что патроны нужны. А где теперь он? Идем сюда. Так. Прошлый раз закончилось тем, что я сказал, что я сохранять не буду. Повторюсь, я здесь сохранять не буду. А пойду убью лизуна, попробую. Так, а здесь у нас все? Все, здесь я все собрал. Посмотрим, убьет ли его это вообще с первого раза. Убила? Отлично. Сейчас, если он здесь появится, это будет очень печально. Но он не появляется. Ну,
С вашего позволения я... Так, во-первых, я точно теперь сохранюсь. А почему я сохранюсь? Потому что я планирую идти поверху. Хардкор. Да, сохранить. Так, ну что ж. Убираем. Убираем. Пленку я уже проявлять не буду. Не буду тратить на это время, потому что я уже все сделал. Вот не знаю, куда лучше идти. У меня такое ощущение, что он идет. Вот так. DCM. Я забыл. А он сзади, да? Я попал. Просто если я зайду туда, там куча лизунов. Так. Вы знаете, что я не взял? Я не взял ключ. Ключ не взял. Если он здесь, зря я сюда вообще пошел. Зря, конечно. Ой, привет. Приходится всякой фигней страдать весь. Блин, ну хочется же забрать эту пушку-то. Прохождение затягивается, ну ничего. Ничего страшного. Что это сейчас было? А, вот он. Так, вот эти пули положим и возьмем жетон. Иди вниз. Пойдемся. Ага, вот это. Кнопка одна, Q, разворот. Ой, мать, мать!
Мать, беги, 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 давай, давай отсюда. Он очень быстрый, такое ощущение, не? Он со мной обосрался, когда я так вышел неожиданно. Так, вот теперь надо ждать, просто чтобы он... Вот он... Такое ощущение, что он прямо вот... Вот здесь вот. Вот он. Так, ну теперь ждем. Ждем, когда он повернет. Теперь все. Вот мы бежим, 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 а он сзади как будто знает, куда мы идем. Вот по идее я уже должен, наверное, скрыться. Вот здесь он не трогает. Берем. Так, ну это я читал уже. Интересно, здесь где-нибудь какой-нибудь этот-то есть у нас? Вот. Вот я не хочу. Так, я просто... А вдруг здесь что-то есть, что по сюжету нужно нам? Вот. Пойду так. Вот так вот. Самое оптимальное разобраться с ним. И опять. Это печально. Вот это печально. О! Я не знаю, зачем я это сделал. Вот все. Ой! Все. В очередной раз меня загрызли. Да. Все очень печально. Вот зеленую траву я теперь оставлю. Пробуем просто еще сразу бежать. На третий этаж. Сейчас пробую сразу все брать. И потом сразу то возьму. Сбегаю вниз. Просто быстренько. DCM. Я понимаю, что может быть...
Это и не надо будет. Так, вот опять, вот много. Много слишком. И вот что я выкину? А что я выкину? Я сейчас. Давай. Давай вот так. Отлично. Он все? Ну вот. Теперь, во всяком случае, у нас есть возможность. Давай, давай, давай. Третий раз уже это делаю. Теперь есть возможность пройти. Только вот все равно нужен ключ. А раз нужен ключ, то я просто не пойду туда. Здесь ключ, как я помню, бубей. Сюда нам надо. Так. Не помню даже, пойдем ли мы сюда. Парковка, но парковку я уже не пойду. Так. Надо нам на башню. Через холл. Холл через это. Чтобы пройти в эту дверь, надо здесь внизу взять этот домкрат, чтобы использовать, да? А где домкрат лежит, я не помню. Так, все забрал. С другой стороны, у нас есть возможность пойти там. Почему бы ее не использовать? Я убил этого лизуна. Теперь можно вот так напоминалку поставить на карту, что здесь ключ бубны. Открыть эту дверь. Почему бы это не делать? Потому что потом, ну, всяк придется бегать. Ну. Убивать немножко. Вот. Знаете, давайте я возьму. Так. Я думал, что двоих убьет. Просто идем сюда. Вот он. Домкрат нужен. Так, что у нас здесь?
ключ. Ой, май. Я не смогу пройти. Ой, мать, мать. Я не смогу пройти туда только потому, что... Только потому, что я опять не взял ключ. Но я могу вернуться обратно. Я так и сделаю. А этот друг в шляпе, пусть он... Может, патроны где? А этот друг в шляпе, пусть он бегает там себе спокойно. А что здесь? Нож, пожалуй, возьмем. Возьмем нож, потому что... Теперь на случай, если кто-то нападет, у меня не будет возможности отбиться. Честно скажу, я не помню, куда идти. Я вообще без понятия. Куда двигаться? Так, ладно. Надо что-нибудь отложить, да? Вот это. И вот. Вот это. Отложим, да? Сейчас проверим, насколько у нас заряжается на 24. И столько патронов. Но патроны нам будут нужны. Так. Вопрос. Куда идти? Здесь ничего. Здесь у нас... Она не должна была выходить. Котельная здесь для Леона. Комната отдыха это с... Вот. Но. Но. Не должно. Эта дверь заперта, это тоже для Леона. Лифт. Вот сюда. Не-не-не-не. Сюда это генераторная, это для Леона. Чтобы открыть, он подает питание, эта дверь открывается. Не сюда. Что ж, тогда придется что делать? Брать два ключа. Эту дверь открывать. А это? Комната ожидания. Здесь сейф. О! Господа, а у нас еще и сейф не открытый. Стоит, ждет нас. А пароль мы от него получили. Да. Загадка. Что у нас здесь? Травы, травы, да? Ключ. Вот давайте. Ключ бубны возьмем. Деталь устройства одна. И ключ пик. И что сейчас будем делать? Один заряд оставлю. Будем. Ну, смотря куда он пойдет, в общем. Он решил идти на второй этаж. Значит, мы пойдем на первый. И пойдем в холл. В холл зайдем. И вот еще комната записей. Господа. А вот нам сюда-то и надо. Комната записи. Червы. Ну, конечно же, вот именно этот ключ я не взял.
Тогда. Нет. Нет. Тогда уже не прокатит. Так, уважаемый, а он... Нет, заходит, заходит. Я думал, он и в эту дверь не будет заходить. Так, от чего мы переживаем? Я сейчас... Вот и друг проснулся. Боже мой, нет, Марвин. Вот так. Я сейчас... Вот я надеюсь, он не сюда. Он здесь, но он не догонит. Отлично. Так. Иди, иди, друган. Иди. Так, раз. И что мы видим? Сейчас мы все увидим. Так, один ключ выбросим, потому что он уже не нужен. Так, вот он идет, вот он, родненький. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Так. Я не туда пошел. Господи, 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 я не туда пошел. Ой-ой-ой. Так, я на третьем этаже. Я на третьем этаже. Вот. Просто бежим. Это просто какой-то апокалипсис сзади творится. Теперь я могу спокойно. Я могу спокойно открыть прачечную, верно? Мы здесь убили лизуна. Так, еще один ключ выбрасываем. Дальше. Дальше мы заходим сюда. Здесь нужен домкрат. А здесь почему горит? Потому что, возможно, я не взял траву. Но почему-то не указано, да? Ну ничего. Значит, теперь. Сейф можно открыть, но подождем пока. Сейф открывать. У нас есть еще один ключ. И он что открывает? Правильно, вот данную дверь. Вывод, нам надо туда попасть. Как попасть? Можно попасть через библиотеку, что я сейчас и хочу сделать. Только надо бежать вот в эту дверь, которая сразу справа. Здесь как раз никого нет. Отлично. Теперь, раз уж мы здесь на втором этаже, то я предлагаю... А вы знаете, подождет. Ой. Где он? А куда он делся? Тогда пойдем сюда. Но у нас нету жизни. О. Ой, друзья, друзья, зря надо было ждать. Так, вывод. Раз там у нас друг. Все-таки он идет. Да, то я могу, значит, что сделать. Сейф подождет. А мы на первый этаж. Вот. Все.
И сейчас ключ используем. Господи, он дергается этот. Вот. Отлично. Теперь у нас все ключи использованы, получается. Так. Выбрасываем. Вот он. Ёшки-матрёшки. Ой, это больно. Это больно. Поэтому мы идем отсюда. Ну, кстати, его удар снимает меньше жизни, чем укус зомби. Что ж, мы отбегали. Так. Порох сюда. Соответственно, смесь трав сюда. У нас трав, кстати, достаточно. Надо бы собирать побольше там. Синий, красный, зеленых-то у нас много. Так. Теперь вот сделаем вот это вот. Так. Что? Что завис? А, понял. Так, 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 так. То есть так, так, так. Угу, так, так, так делаем. Ага, вот так. То есть это. Вот это, вот это вот. Это и вот. Отлично. Быстро, в принципе. Вот. Теперь мы используем это. Так. Понятно. Не получилось. Ну, в целом, я скажу так по поводу вот этого тирана. Это, конечно, забавно придумано, да, но совсем уж неожиданных или волнующих моментов не так много. Он опять не туда пошел. Иди сюда. Тебе наверх надо идти. Так. Вот он может сюда появиться. Значит, у нас появилось. Так, ну. Ой-ой-ой-ой, не то, не то. Двести три и сто три. Отлично. Так. А еще? А еще 209, что ли? Странно, что я в прошлый раз. 208. Да. Странно, что в прошлый раз я это не взял. Так, ну что я могу сказать? Значит, мы уже
Немало бегали, вот теперь бы друга наняли. Вот он спускается, дружбан наш. Так, и теперь что мы имеем? Два ножа, один положить. Эти оставим, патроны. Теперь мест много, места у нас много. Так. Предлагаю сохранить. А что же теперь можем мы сделать-то, да? Мы можем Данкрат использовать. Не, ну там погибель нас ждет. Семь сохранений, вот 8. А погибель точно будет. Не в целом. В целом мне все равно куда идти. О, а вы знаете, нет, не все равно. Он должен идти наверх. Тогда я смогу взять. Вот она лента, это очень важно. О, блин. Не-не-не, я не выхожу, мой друг. Ладно, давайте. Давайте пойдем Данкрат тянуть. А я хоть. Я идиот. Не взял жизни. Придется бегать, как угорелый. Так, ну теперь мы зайдем. Нет, ни траву я здесь не забрал. Так, а я знаю, что здесь будет точно. Еще один секрет здесь будет. Фотографии будут в пленке. Так. Так, ну что я предлагаю? Ой, ой, есть что-нибудь? А, нож не использовала? Плохо все. А их много. Давай, давай, давай. Так. Да, вот и все. Ну что ж, я предлагаю на такой печальной ноте и закончить данное прохождение. В всяком случае, теперь я знаю, куда идти нам и что надо делать. Вот, увидимся теперь в следующей серии. Действительно стало, ну, не скажу, что супер сложно, но сложнее, конечно, играть приходится теперь. Вот, спасибо тем, кто смотрел данное видео.